Несмотря на капризы природы, ячмень уродился. Аграрии из Двинского района ведут уборку пивоваренной культуры. Если не успеют сейчас, то урожай пропадет. Куда отправят зерно с пашни, расскажут мои коллеги. На ячменных полях Приозерного настоящее комбайновое шоу. Многотонные машины быстро передвигаются от одного края поля к другому. При скорости 5 км в час бункер набирается быстро. Груженные машины одна за одной вывозят зерно с поля. Не хватает вывозки. Возчиков не хватает, техники не хватает. 11 комбайнов, 8-тонников и 9, по-моему, возчиков всего. Ну и физически за ними не успеваем. У Александра Зурина это уже 5-я уборка. Говорит, каждый год все по-разному. Начиная от погоды, техники и урожая. Постоянно лишь одно – трудности. Этот сезон не исключение. Культура мягкая, солома мягкая, не косится, плохо прокашивается, тем более после дождей. Земля сырая, низко не скосишь. Стараемся пониже, загребая землю, больше никак. Не уберем вовремя, ничего не получим вообще. В Приозерном из 3100 гектаров ячменя убрали 2800. Урожайность для этого года рекордная – 39 центнеров с гектара. На отдельных полях набирали и по 47. Удержать показатели помешали дожди. Он не все убирается, видите, остается после дождя сыро. Вон торчит все. Второй год предприятие выращивает дорогую капризную культуру для производства пенного напитка – ячмень пивоваренный. Он требует особой технологии возделывания. Весной норма высева значительно ниже, во время сезона – особый уход. Ряд агротехнических работ, которые мы провели, обработки от сорняка, от жучков, от всяких, то есть от болезней, которые есть на данной культуре. То есть вовремя провели обработку, задавили сорняк. То есть он, как объяснить, не поглотил ту влагу, которая была в почве, что позволило нам вырастить такой ячмень на нынешний год, сухой год. На собранный урожай уже есть покупатели. Это компании, производящие пенные напитки известных марок. Контракт на поставку ячменя аграрии заключили еще весной. Сельским товаропроизводителям это дает уверенность и финансовую стабильность. Заранее просчитывают свою экономику, зная цену реализации, скажем так. И уже с самого начала нужно ее посчитать, рассчитать свои силы и заключить контракт. Но в свободном рынке тут, понятно, у нас все что угодно может случиться. И взлеты, и падения. Можно выгадать, можно прогадать. Мы перед компаниями уже способны выполнить свои обязательства. Всего же с полей приозерцы уже вывезли больше 80 тысяч центнеров ячменя. Дмитрий Белькевич, Галина Распопина, Сергей Шевченко. Новости УТС.